Всем привет, друзья! Ну вот и настало то время, это вторая часть моего мини-расследования про скам токен Шуми, про их будущие проекты а-ля, как он там, смузи и так далее. Это большая банда мошенников, которая почти чуть ли не каждый день запускает скам токены. И я вам сейчас все докажу и расскажу прям с пруфами, чтобы даже те люди, которые очень далеки от крипты, это поняли, что вас обманывают, что вас кидают на деньги намеренно. Там не может быть никакой речи о развитии проекта, о привлечении большой массы людей. Это обычные мошенники. В первую очередь, что я хочу вас попросить. Досмотрите это видео до конца, и вы поймете все обязательно. Я ни разу не скажу слов, которые я не смогу подтвердить пруфами. Все будет разложено по полочкам. Все вот эти криптоэксперты, на которых вы подписаны, которые завлекали вас в этот токен, которые активно его рекламили, зная, что 99% людей, которые в него зайдут, потеряют свои деньги, они это заранее знали. Отпишитесь от них, они обычные мошенники, это никакие не криптоэксперты, это сетевики, это низший слой, который может быть. Я таких людей вообще не уважаю. Из-за таких людей потом появляется недоверие к крипте, потом для всех оказывается, что крипта — это скам. Но скам — это те люди, которые делают такие вещи и рекламируют такие проекты. Они зарабатывают на вас деньги. Вы теряете деньги, вы теряете доверие к крипте. Хотя у крипты есть гораздо большие возможности зарабатывать без таких потерь. А это просто, я не знаю, как их назвать, не хочу выражаться, но это просто не люди. Мягко сказать словами. Что ж, давайте начинать. Я вам буду показывать все по полочкам, буду показывать все по фактам, чтобы вы понимали. Это небольшая часть моего расследования. Сейчас на моем дисплее у меня гораздо больше фактов. Я уже знаю все токены, которые они запустили. Скоро найду личности этих людей, которые запускают эти токены. И скажу вам, как нужно будет действовать, чтобы на их кошельки на биржах, которые они засветили, чтобы туда, там заблокировали деньги, которые будут там на тот момент, чтобы все деньги пометили при заходе на биржу, чтобы их банили. В общем, смотрим внимательно. Меня они, честно, очень сильно взбесили, я таких людей просто не перевариваю. Из-за них страдает вся крипта в целом, потому что они намеренно обманывают людей. Вот мы перешли по адресу контракта Шуми, но это нам сейчас не так интересно. Давайте перейдем по, во-первых, закрою все вкладки лишние, которые нам не нужны. Откроем страницу, когда был создан контракт. Контракт создан 2 дня, 2 часа назад, в 1:57 UTC. Смотрим дальше. Переходим по адресу создателя данного токена и посмотрим его транзакции. Здесь намеренно исключали некоторые кошельки от комиссии. То есть, когда вы все платите комиссии, кошельки команды этого проекта комиссии не платят. То есть почему-то пользователи должны платить для того, чтобы было больше ликвидности, для того, чтобы было больше маркетинга, для того, чтобы другие пользователи получали реварды, то есть награды. Они же свои кошельки исключили от этих комиссий. То есть им не важно, чтобы ликвидность росла, им не важно, чтобы пользователи получали награды, им не важно деньги на маркетинг, им важно заработать здесь и сейчас. Сейчас я все буду показывать. Перейдем, вот откроем любую транзакцию. Click to see more, нажимаем и декодируем дату. Смотрим кошелек 0x679f715. Смотрим, есть ли у меня этот кошелек. Вот, есть у меня данный кошелек, он записан. Я сейчас вам объясню, как они тут действуют. У них есть вот этот вот адрес 0x5ec. На этом адресе скапливается большой объем токенов, и с помощью вот этих вот контрактов, которые ниже этого адреса, эти токены распродаются. Вот эти адреса, помеченные синим цветом, с помощью этих адресов они управляют вот этими контрактами красным цветом. И каждый раз, когда кто-то продает или покупает токен, они потихоньку, понемногу сливают свои объемы, чтобы это было не сильно заметно на графике. Они уже вывели достаточно денег. Только вчера они вывели, именно вывели, я не говорю про ту сумму, которую они поменяли, они вывели 109 BNB, около 20 тысяч долларов с этих адресов. Вы все можете зайти в Explorer и посмотреть, как все происходило. Я не говорю пустых слов.
Давайте перейдем вот по этому адресу. Там очень интересные вещи также есть. Откроем BEP20 Token Transfers и посмотрим все транзакции. Переходим на последнюю страничку. В самый старт этого токена сюда залетел большой объем токенов. Давайте посмотрим детальнее. Во сколько это было? 2 дня назад, 1 час назад, 3:05:13 PM UTC. Когда был создан контракт? Час 57. То есть спустя час после того, как создали этот контракт, они переместили сюда большой объем токенов, которые начали сливать. Каждый раз, когда вы совершали транзакцию, они сливали свой токен. Хотя вам они все говорят, что они ни капельки токена не продали. Это вот уже первый такой звоночек, который явно не соответствует их словам, а показывает их настоящие действия. Идем дальше. Перейдем на PooCoin. Мы видим график. Большая стрела вверх и потом стремительная вниз. Стремительная стрела вниз только потому, что создатели, админы, все, кто завлекал, пока вы покупали, они продавали. Давайте будем смотреть самые большие продажи. На 6906444444. Давайте откроем этот адрес. У него, получается, было 3 транзакции покупки на старте. И потом только продажи, 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 продажи. Давайте посмотрим, во сколько по времени он совершил транзакцию. 2:44 PM. Контракт был создан в час 57. Эти вот транзакции тех ребят, которые, получается, залетели до того, как объявили вам, пользователям. Давайте посмотрим другие адреса. Так, 727.31, он у меня есть в этой табличке? Может, он из комиссии даже исключен? 727. Нет, этого адреса у меня в табличке нету. Он не исключен от комиссии. Давайте посмотрим вот этот адрес. 0x1e2a. Посмотрим по нему, во сколько он купил. У него вот 2 покупки, потом сразу же продажи, и потом опять 2 покупки, видимо, сейчас на дне, потому что они готовят опять рекламу, чтобы вовремя слить токены. Во сколько по времени была первая покупка? 2:44:38. Это было 2:44:32, там разница получается, грубо говоря, в 6 секунд, то есть явно выкупалась, скорее всего, ботами. И попали в первые блоки, когда они создали ликвидность. Давайте посмотрим, во сколько они создали ликвидность. Где у нас адрес нашего создателя? Чтобы уже быть точнее. Так. Вот адрес создателя. Так, нет, это адрес, откуда сливались деньги. Вот Create Panda Token, это тоже меня насторожило, то что они в попыхах, видать, забыли сменить название своего контракта, именно файла контракта. Так вот, когда они добавили ликвидность? Посмотрим по времени. Ликвидность они добавили в 2:22. Потом их команда начала скупать токены. Хочу посмотреть, во сколько по времени они объявили пользователям адрес контракта. Вот, внимание, токен Shumi доступен к покупке на PancakeSwap. Это вот первое, наверное, сообщение у них было.
Да, вот первое сообщение было в 45 минут. Как вы помните, основные массы закупок были в 44 минуты, в 34 минуты. То есть до того, как объявили вам, когда вы начали покупать, когда вы поняли, как надо покупать, они начали на вас фиксироваться. В 2.44 купили вот эти вот первые большие кошельки, которые сливали большие деньги. 0x3944. Посмотрим по его транзакциям. Здесь очень много закупок. И сразу же потом пошли продажи, когда начался рост. Давайте посмотрим, когда он сделал первую свою покупку. Так, в 2.44 у нас была создана, 2.22 была создана ликвидность. Вот 2.44 точно так же. Это командный кошелек, потому что все обычные пользователи узнали о контракте гораздо позже. Все крупные объемы были выкуплены самой командой. Вся команда уже слила свои токены. Давайте вот возьмем вот этот адрес, куда они выводили свои BNB. Нет, я хотел показать вам другой адрес. Просто для примера. Это один из их кошельков, где сейчас лежит 606 тысяч долларов. И сюда постоянно заводят новые деньги. Суммы по 2, по 3, по 15, по 20 тысяч. Таких кошельков у них много. За 34 дня они сюда завели 600 тысяч долларов. И сюда на этот кошелек поступали транзакции как создателя супермайнера, так создателя Шуми токена. Их адреса очень сильно взаимосвязаны. Я не буду показывать свою полную таблицу, но вот мы можем увидеть. У меня этих таблиц просто несколько. С этого адреса поступили деньги для создания ликвидности, получается, Шуми токена. На этот адрес он является сейчас овнером контракта Supermining. До этого был вот этот адрес. Изначально деньги поступали сюда, на эти кошельки, вот с этих кошельков. И даже возвращались вот сюда, когда они отсюда вывели 5000 долларов с этого адреса 290, который они вернули эти деньги вот сюда. У них очень большая схема, это только показана малая часть, совершенно малая часть. Это видео я сейчас выпускаю для того, чтобы вы поняли, что вас обманывают, что вас намеренно затянули в тот токен, который создавался для того, чтобы его слили, для того, чтобы на нем заработали только создатели. Чуть позже я просто пишу красивый сценарий, чтобы там сделать все по полочкам, какие токены они до этого создавали, кто в этом причастен. Будет третий видос прям такой большой, поэтому не залетайте ни в коем случае в этот токен сейчас. CoinMarketCap, CoinGeek не даст там никаких иксов. Если даст, то они сольют, у них еще остались очень большие объемы токенов. А если посмотреть вот эти вот адреса, давайте я вам открою. Это адреса контрактов. Мы здесь видим, что там буквально каждые несколько минут происходят транзакции. То есть, когда обычный пользователь совершает транзакцию, эти контракты сразу производят транзакцию, чтобы по копеечке продавать токены и получать деньги. Вот мы видим миллион просто транзакций. Отпишитесь от всех этих псевдо-криптоэкспертов. Если они еще тут окажутся заодно, то они явно мошенники. Но затягивали они вас в этот токен, зная, что вас здесь кинут. У людей как происходит? Они видят, о, какая стрела. Но они уже не заработали, там заработали только создатели. Они видят, о, какая стрела, блин, там дофига людей сейчас на этом заработало. Возможно, я в следующий раз заработаю на другом их токене. Нет, вы не заработаете, заработают только создатели. Забудьте об этом. В общем, ждите мое полное видео, где оно будет красивое, со сценарием, с монтажом, где я расскажу про все их проекты. Потому что то количество адресов, их адресов, которые я сейчас уже собрал,
Там видно столько махинаций, столько токенов. Это прям большая банда мошенников. Будьте осторожны, друзья. Ждите мое полное видео. Там будет гораздо интереснее, гораздо красивее. И где я не буду снимать видео на ходу выдумывая слова, именно что мне как правильно сказать. Там я буду сдерживать и свои эмоции, и более детально все рассказывать. Но уже вот этой информации вам должно хватить по уши, чтобы понять, что они вас обманули, что все люди, которые вас сюда затягивали, они с этим связаны, что они мошенники. В общем, просто отпишитесь от всех этих экспертов и продайте этот шуме, пока у вас что-то хотя бы осталось. Всем пока.